taken damage. Vanguards, fire. Поторопился с провокацией. Но провокация есть еще у товарища Ханзо. Минус трейсер. Агробот убивает. Хорошие драконы от Ханзо. Седогривчик под баблом убивает еще и Лусю. Выбивает Диву. 4 на 3. Драка. Будет ли инициация сейчас отварена? Нет, прям чуть-чуть здесь не хватает. Сильвана поехал. Сильвана жмет и слишком торопится. Пошло исцеление, выживает Артем, и сейчас его талант 20 уровня его возвращает на фулл хп, да, здесь, ох, хороший, икс-удар от Гензи, второй икс. Знаете, это не минус один килл, это минус три, шикарные, да, это минус. Вот самоуничтожение это пошло. Так, и минус горош. И вот и сливи, да, вот этих двух самых опасных танков. Здесь приходит Лусио. И это месть команды Overwatch за то, что сейчас, буквально минуты ранее, Warcraft забрал, доказал за ошибку Лусио. Неудержимостью, парень.
Так, хорошее здесь сало, но вот фокус, к сожалению, фокус команды Варкрафта совершенно неправильный. Зачем-то пытаются они первым делом Меку расфокусить. Хорошо сейчас здесь Варяна и выйдет с помощью, точнее не выйдет, а впитывает урон за счет глухой обороны. Но, к сожалению... Ох, как на мега-зал прилетает здесь Ивана. Да, к сожалению, Варкрафт за счет неверного фокуса...
можно добрать и добирает команда синих у нас кельтасы. Тем временем Дива у нас максимально отзонила кельтузада из тимфайта, и он не смог нанести урон. Мошпит по двоим, минус стежок за счет прекрасной комбинации от Ларака. А тем временем у нас Макско на Диве добирает с собой